Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня готовим в горшочках по-домашнему. Горшочки по-домашнему. Для этого взяли картошечку, порезали соломочкой, морковочка, лучок, зеленушка, грибы. Обязательно грибы и мяско. Я его немножко замариновала. Здесь у меня соевый соус, черный перец, чесночок. И, конечно, самый главный ингредиент – это чайная ложечка меда. Все у нас замаринуется. Сейчас мы в обжарку пустим лучок, морковку. Это все обжарим. И будем формировать горшочки. Домашние горшочки. Друзья, вы как делаете селедочку под шубой? Картошечку на низ. Небольшую прям сеточку майонезика. Дальше у нас пойдет селедочка, лучок, морковочка и свеколка. Ну что, друзья, продукты мы подготовили. Мяско обжарили, лук с морковкой обжарили, картошку немножко прижарили. Грибы у нас уже готовые. Будем собирать горшочки. Ну что, друзья, на низ мы положили мяско, потом морковку с лучком, потом грибочки пережаренные, ну, у меня уже они потушенные, потом картошечку. Сейчас я сверху еще проложу грибочками, положу сметанки, зеленушечки. Вот у меня зеленушечка приготовлена. И все я поставлю в духовочку. И будет такая вкуснятинка. Ням-ням-ням. Ну что, вот так у нас выглядят горшочки перед подачей в духовочку. Друзья, добрый день! Добрый день! Я хочу сегодня поделиться салатиком оливье. То есть салатиком, который у меня получается очень удачно. И я считаю, что секрет этого салатика, ну, в чем? Во-первых, то, что ингредиенты все, вот, допустим, яйцо, горошек, картошка, колбаску я уже высыпала, все одного количества. То есть вот я вот делаю, когда салатик, вот такими чашечками отмеряю. Сюда я уже высыпала колбаску. Высыпаем яйцо, такое же количество горошека. Про горошек хочу что отметить. Горошек должен быть обязательно мозговых сортов. Ну, допустим, вот у меня взята фрау Марта из мозговых сортов. То есть он специально для салатов. И он очень мягонький, не жесткий. Горошком можно, горошком зеленым можно все испортить, если мы возьмем горошек для супа. Во-вторых, колбаска. Колбаску я беру двух видов, копченую и вареную. Ну и понятно, что не из дешевых, хорошего качества. Огурчики должны быть, огурчики должны быть свои. Вот они у меня сейчас здесь на сите, чтобы стекла сок с них. Должны быть свои, солененькие, хрустящие. Ну, например, вот такие как мои. Очень вкусные, бочковые, солененькие. Соленых огурцов я уже тоже сюда положила, была такая же чашечка. Все смешиваем, добавляем майонезик, и еще у меня маринуется синий лучок. Тоже все сюда мы помешаем, заправим майонезом, и вуаля, салатик готов.